15 сентября 2019 года. А, 5, я 15. 5 сентября 2019 год. Вот приехали в лес, тайгу нашу. Пойдем вниз, проверим солонец первый. Один из наших солонцов. Вот он. Меня товарищ пошел вниз. Вон он, наш песик. Красавец. Вон он побежал. Пойдем сейчас. На улице чуть-чуть дождик накрапывает. Вон тучка набежала чёрная. Вот. Ну, тепло, хорошо. Тихо. Мошки, комара нету. Отлично. Сейчас вниз спустимся. Нас там посмотрим, кто ходил, кто приходил. Сейчас люди вон проехали на тракторе. Полный кузов. Видно, шишку берут. Кедр есть. Шишка есть. Будем смотреть. Вот пришли на солонец, вон наш собачка ползает. Смотрите, что тут натворили. Ходят вовсю. Это нас радует. На улице дождь пошел. Мы ничего, ни дождевики не взяли, ни накидки, ничего. Сейчас вымокнем. Но все равно хорошо. Вот он нюхает, кто тут ходил, кто. Вон, повыгрызали везде все. Это у нас первый солонец хороший, работает. Приехали на нашу парковочку. Сегодня 5 сентября. Вот. На улице тихо, дождик прошел, подмокли. Мы ходили на солонец, подмокли маленько. Да ничего. Вот какой лес стоит. Тихо. Ни мошки, ни комара. Отлично. Есть грибочки. Немножко. Вот смотрели. Вот пойдем вон туда к избе. Будем разгружать машину. Приехали на 15 дней. На 2 недели, в общем. Ну вот, мы на избе, вот наш собачка привязанный, куда-то в тайгу лает все. Кого-то слышит, вот и лает. Покушали, товарищ ушел. Шишечку брать тут недалеко, вон туда за ручей. Вон там сопка у нас кедровая. Я здесь борщ варю. Вон кипит у нас борщ. Газ. У нас газ. Вот. Собачке надо сварить. Вот мы здесь по хозяйству топим. Протопили избу, чтобы подсохло. Вот повыносили наши ковры. Так называемые. Да, будем сегодня, как день приезда, можно расслабиться, приготовить, покушать, что надо. А завтра уже пойдем в тайгу смотреть, что там и как там. Вот. Везде кричат сойки. Видно, кто-то бродит. Вот собачка наш. Все лает. Ну пусть полает. Он набегался по дороге, бегал везде, мы когда ехали. Пусть немножко лает, сидит на привязи. Нечего шастать. Зазря. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Будет интересно. Там под видео читайте описание, кому интересно,
заходите на почту мою. Все решим. Всем пока. До встречи.